Patrick Lancaster, and right now we are in the Lugansk People's Republic, one of the breakaway areas that broke away from Ukraine following the referendum in 2014, and just recently had a referendum to join Russia in September. Now, as you see behind me, there's some live fire going on, and this is a Lugansk People's Republic training firing ground where they're, the soldiers, the mobilization or the draft soldiers are training here before they go into the front line to battle. We're going to have a closer look to see what the situation is, how they train, and just give you as much information on the ground here as we can, so you can make an educated opinion of what's really happening here. Because we want to show you the side that you don't see in the Western mainstream media. We want you to see as much information as possible. And we're able to do this because we're crowdfunded. We're supported by our viewers like you. So you can support our work with the link on the screen or in the description. У вас идет это самое. Вы съехали, каждый первый воп. Сюда стали с первого вопа. Со второго рядом. Давай, давай, кто у нас? Пошли. Дуб. Дуба, люди, где? Дуба, три человека, встали. Три человека быстро. Сюда, бегом. Третий пост. Первый, второй, третий пост. Сюда, встали быстро. Пятый. Шестой, три. Все. Так, теперь внимание. Кто стрелял с АГСа? На меня смотрим, когда я говорю внимание. Вы. Второй пост. Кто стрелял с АГСа? Вы будете стрелять. Третий пост. Кто стрелял с АГСа? Вас двое, что ли, всего? Почему? Командир. Почему их двое? Почему двое? Потому что два РПГшника и все. Вы стреляете с АГСа? У вас РПГ есть? Нет, я стрелок. Все, значит, вы стреляете с АГСа, стреляете с автомата сегодня. У вас есть кто? РПГшники все. Вы стрелок? Да. Стреляете с АГСа и с автомата. Вы? Да, надо лечь. Стреляете с АГСа и с автомата. Два гранатомета. Третий. Стреляете с АГСа, так же само с автомата. У вас. Вы сегодня стреляете у меня с утеса, с АГСа и с автомата. Вы стреляете с утеса. И, соответственно, просто остальные все тоже стрелки. У вас. РПГшники. РПГшники 4? Нет, я на Пешука. Вы на утесе стреляете? Вы стреляете на АГСе, соответственно, все также стреляют с автомата. Гранатометчики, соответственно, сейчас уходят на тот край. Первое очередное, это отрабатываете с гранатометов, потом уже приходите на позиции, на огневые, и отрабатываете с автомата. Снайпера. Все снайпера. Значит, вы АГСник, вы пулеметчик, вы стрелок. Отрабатываете, соответственно, с АГСа, пулемета и с автоматов, как и все. У вас стрелки. Все стрелки. Да. АГС, пулемет. Соответственно, просто автомат. У вас. Все гранатометчики? АГС, автомат. Вы, точнее, пулеметы. Утес, отстреляетесь. Ясно, да? Теперь смотрите, первые две позиции. У вас с утеса кто-нибудь стрелял? Так, вы, получается, на АГС, да? Ты на пулемет. На АГС. Ты на пулемет. Он на АГС, правильно? Ну, я говорю, какой нахуй второй номер, блядь? У вас получается, кто, вы на АГС, вы на пулемет, понятно? То есть, соответственно, короче, вы сейчас подходите, вам показывают, как работает АГС, как работает пулемет. Отрабатываете там, потом, в общем, отстреляете с крайней очереди с автоматов, понятно, да? У вас назначено АГС, пулемет, понятно, да? У вас назначено? Нет, два стрелка. АГС и пулемет, соответственно. Правильно? Вот это уже все назначено. Все, значит, по одному человеку сразу. Сейчас к АГСу получается у нас 9 человек. К АГСу 9 пулеметов. Остальные гранатометчики сразу уходят на левый край, несут туда боеприпасы. Остальные подготавливают вот эти два вида вооружения. Стрелков всех в одну кучу. Сейчас мы определяем стрелковые точки. Начинаем занятие. Так точно, принял. Все, да, раз. У меня там один кто? РПГшник. Где то РПГ? РПГ, он пойдет и застреляется с РПГ. Потом придет, отстреляется с утеса. Ничего с ним страшного не будет. Все, я понял. Все, давайте. Забирай людей. Первые, кто на АГС, стрелки. Скоро сразу. РПГшники. Гранатометчики сразу туда, на левый край. Командир 1-го батальона 206-го стрелкового полка, полковник
корни, позывной осколок. What's gonna happen today? Что сейчас происходит? Сейчас происходят учебные стрельбы. Ну, то есть, получается, личный состав у нас вышел недавно с конкурса направления, поэтому людям надо заново напомнить. Плюс люди поменялись, получается, по специфике, по должностям. Поэтому каждый должен освоить свой вид вооружения. Ну, помимо своего стрелкового оружия, освоить еще какой-то вид вооружения. And, how often do these soldiers train? Как часто тренируют солдаты? Ну, сейчас возможность есть, как бы, уже чаще. Ну, не получается большие. То есть мы тренируем, грубо говоря, берем с каждой позиции по несколько человек. Соответственно, занятия как бы проходят практически каждый день. Но с учетом того, что мы не можем сразу всех вывести, взять, забрать с позиции. Поэтому, ну, человек, грубо говоря, раз там, в две недели попадает, в три даже недели на занятия. Раньше, ну, больше никак не получается. And these were, mobilization soldiers, yeah? Это все мобилизованные солдаты. And how has the progress gone from training soldiers from being civilians into soldiers? Ощущается ли этот прогресс? Человек был гражданским, а стал солдатом? Ну, поначалу вообще не ощущалось. Поначалу личный состав все говорили, мы шахтеры, мы не можем. Нам нельзя, мы не военные. Сейчас это уже происходит по-другому. Уже все равно больше какое-то понимание. Плюс люди прошли, получили ну, боевой опыт определенный. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Поэтому, конечно, сейчас ощущается, что человек уже не гражданский. And what do you think the future of this area is going to be? Lugansk region or Lugansk People's Republic? Какое будущее вообще у Луганской Народной Республики? Солдат, которые сейчас здесь обучаются? Ну, все надеются на то, что, скорее всего, чтобы это все закончилось, все хотят вернуться домой. Я думаю, какая-то часть личного состава останется служить в армии, на которых пойдут. Ну, есть такие у нас, которые желают. Но в основная часть хочет вернуться домой, жить обычной гражданской жизнью, вот, работать, то есть ходить на работу, получать деньги, быть с семьей. Это вот основная часть людей. Именно так и думают. And what needs to happen to end the war, in your opinion? Что должно произойти? Что будет в дальнейшем? Как вы думаете в этой войне? Ну, я думаю, победа все равно будет за нами. Уже много сил, много людей потеряно, поэтому отпускать уже нельзя, надо идти до конца. Спасибо большое. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Пустой, ухожу. Я сюда. Держи. Я перезаряжаю. Нет, ты держишь, я тебе скажу, готов. Готов. А ты в этом стреляешь. Все, пустой, уходи. Держи. Я уже настрелялся, мне как. Я его типа не пострелял. Не СРТ. А я сам стрелял. Он уже Да так, по приколу чисто. Заряжай!
открытия огня не было, блядь! Всё. Следующий. Пусть он сказал, что это? Пойдем? Это русская Дашка. Да? Да. Какой калибр, что могу сказать за это? Калибр 12,7, 18 тысяч джоулей, 3,5 километра прицельная дальность боя. And it looks like the bullets explode, yeah? Американский хаммер капут. Нет, такое ощущение, что там пули взорвались. Это зажигатель. Это трассера. Ну, зажигательные. МДЗ. Ага. Зажигательное действие. Спасибо. Оружие в направлении стрельбы. Больше никуда не крутим. Заряжай. Ставим на все то самое. Так. Очередь. Ставим на очередь все. Огонь. Прижимай, стоп, неправильно. Прижимай, нет. Прижимай, максимально, блядь, нахуй. Удавлю его, удавлю. Удавлю и стреляй. Давай. Правильно, правильно, правильно. Если надо подрегулировать, вот, чуть-чуть. Во. Долго целится, долго. Давай, огонь. Огонь! Молодец! Хорош! Стоп! Что это? Это утес! Это утес! Калибр 12,7! Стоп! Стоп, отец! Все! Оружие косы! Отмотан. Оружие как? Все, уходит в огонь оружия. Добре. Доброго дня, панове, як себе сьогодні маєте? Що вам сьогодні цікаво розповісти? Як сьогодні проводять 206-й полк ЛНР, стрілковий? Так? По-русски говорити. Я можу по-русски їздити. Я бывший гражданин України. Ныне я считаю себя гражданином Российской Федерации. Что ты сделаешь сейчас? Сейчас буду обучать наших доблестных шахтеров стрелять с автоматического гранатомета АГС. Пламя, он же пламя. Ты откуда? Я не могу вам сказать, с этого какого города. Мой город находится еще под оккупацией хунты. Ага, Украина, да? Да, Украина. Пока я вам не могу сказать, с какого города я прибыл участвовать в освобождении своего родного края, в освобождении своей родного земли против немецко-фашистских захватчиков, я считаю это так. Принял решение. Сам до себя очень много лет назад. Я защищаю не только местных населения, но и спасаю наших ребят. Я сам инструктор, мне нет разницы, кто. Наш воин, противника воин. Это все граждане одной бывшей страны, Украина, она называлась. До наемников, да, у нас жалости никому нету на наемников. Но мы здесь все добровольцы. Что это? Это граната. А,
осколочная граната на весь мозг. Спасибо. Пожалуйста. All right, now we're going to go over here and see some of the training of the RPG-7, which is a rocket-propelled grenade. Уже сказал, что вы сделаете сейчас. Что делает? Да. Ну, кручу, это пороха, это морковка называется. Готовлюсь. Ага. Вы откуда? Антрацит. Да? Город Антрацит. Луганская область. И как долго вы уже солдат? День? 8 месяцев, 8 месяцев. Ага. И мобилизация или? Мобилизация, да. Ага. Когда все начало на February, да? Да, да. И что твоя профессия до войны? Рандометчик. Нет, до войны. А, до войны. Шахтер. А, да? Шахтер, да. Здесь в основном шахтеры. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать, что вы сделаете сейчас? Учимся. Стрелять. Подготавливаемся. Готовимся стрелять. Уже на автомета стрелять. Готовимся к стрельбе. Можете сказать, вы откуда? А? Вы откуда? С Луганска. Да? Да. А мобилизация? Не понял. Мобилизация? Да, да, мобилизированная. Ага. Когда? 23 февраля, 24. Ага. Февраля. Понял. Как ты думал, что будет дальше? Победим. Ну, думаем, что будет все хорошо. Вот что мы думаем. Да? Что твоя профессия до мобилизации? Не понял. Кем работал до мобилизации? На железной дороге. Бригадиром пути. Что будет сейчас? Стрельба с гранатомета, штатное оружие, РПГ-7. Вот, проводятся учебные стрельбы. Понимаешь? Становишься, снимаешь предохранителя, блядь. Если отсечка, не надо его крутить, нахуй, везде, понимаешь? Или себя, блядь, завалишь, или кого-то завалишь, нахуй. Ты его стрелял уже? Заряжай. Now we can see there's a full training, a full-on battle going on right now. And this right behind me is an RPG number 7 that they are going to be firing right now. And you really have to hold your mouth open when they fire because of the shock wave can blow your eardrums. That's why you see them when they're firing, they hold their mouth open. It's a very big shock wave. Берите следующий. Давай следующий пару. Давай, следующую пару. Вот по порядку цели, да? Да. Вот они все стоят. Вот, да. Покажи. По одному. Extent of today's training here on the LPR training ground. You see the mobilization soldiers do a lot of training on many different weapons here. You've heard some information from some of them, and you see the training is ongoing day by day. And we're here to show you what's happening on this side of the line. Whether you agree with it or not, the information on both sides of the line needs to be seen by the world so they don't just get half the truth or have truths. They get a little bit of truth on every platform and every option available. And that's why we're here doing this, because no one else is. Well, not many in that case. But we're going to continue to keep showing you the facts that are happening here in the LPR, Russia.
Cross-Russia, across all of the four areas that had the referendums to join Russia, in Crimea, we're all over showing you the facts that need to be shown. And we're able to do this because we're crowdfunded independent journalists, and you can support our work with the link on the screen or in the description. Как сегодня? Сегодня? Ну, средненько. Даже я сказал, не очень. Вот. Ну, ничего. Будем стремиться к совершенству. Все будет, я думаю, нормально. Пока есть время, надо заниматься. And we're gonna leave you here. Like, share, subscribe. Так, воины! Собрали все вооружение, быстренько проверили на разряженность, на предохранитель. Собираемся, будем сваливать домой. 5 минут сборы.